Надо пойти пивасика попить. Жарко стало. Начал грызть чипсы какие-то. Вот тут купили 40 бат стоят чипсы. Вот чипсы. Написано креветочные. Ну острые они. Я пару чипс съел. Пить захотелось сразу. Пойду пивасика попью. С чипсами. О, посмотрите, как ухожено все. Красиво, да? Вот тут можете сфотографироваться. Вот так сфотографироваться можете. Смотрите, сердечко какое красивое. Вот, кстати, да, хотел показать вам шильд. Знак смокинг 100 тысяч. Да. Да вот этого лес быстро отжил. Ну, детки играют любых национальностей. Да? Все они понимают. Дети понимают, у них свой язык. Вот смотрите, какая лавочка еще раз. Ой, какая лавочка. Вот тут можно сесть на лавочку. Вот так. Пупой. Пупой сесть можно. Пупой. Оп! О, где выдерживает меня сиденье. И можете сниматься с мартышками. Смотрите, и слева мартышки, и справа мартышки. Да, если другую руку взять, лучше видно. Вот, справа мартышки и слева мартышки. И посередине мартышка. Так как я рожден в год обезьяны, имею право так говорить. Опс, опс, опс. Пойдем пивасики пить. О. Тут тенечек. Хорошо, а вон, кстати, туалеты. Видите, туалет. А вон ребята курят, там место отведенное для курения. Вот кушать у них есть. 400 бат. Вон 150. Вот 400 или 200. Пол порции 200. Пол килограмма получается. Hello. Big chunk. One. Thank you. Thank you. Вот сиденье тут мне нравится. Столики деревянные такие, уютные. Вот тут сейчас сяду, покажу вам что-нибудь. Так, ну давайте, вот пивасик их, чангбир. Смотрите, холодный какой. 80 бат. Доллар 30 бат сегодня. Опа-ля. Опа-ля. Открыли. Попили. Ой, классно. На этой жаре. Ну, давайте я вам покажу. Вот жареный морской окунь. 420. Том-ям с молодым, как молодой, молодой кокосом. С молодым кокосом. Ну, а с ошибками немножко. Есть же... Жареный мягкий краб с керри. Вот смотрите, жареный краб. Чили паста с крабовым яйцом. Морской гребешок с маслом и чесноком. Пряный тайский смешанный салат. Вот так. Ну вот тут рисовая каша. Ну, рисовая каша. Куриная каша 50. Ну, дешево, я считаю. Вообще дешево. Рис отварной со свининой 50. Яичный жареный рис. Вот маленькая. Средняя, большая цена. Это омлет. Вот читайте, все на русском. Можно остановить камеру и почитать. Остановить видео, наверное, в том вашем случае. Вот еще блюдо есть. Смотрите, креветка, салат из папайи с креветками.
Прикольно, но цены недорого. Нормальные цены для Тая. Надеюсь, видите хорошо, что можно прочитать. Кальмар жареный кольцами, 150. Устрицы, но это не устрицы, это меди. Ну, не устрицы написали, 150. Если они разорились бы, если устрицы бы дали. Ну, чем-то они похожи, кстати, по цвету на устрицы, но это, я думаю, меди. Бланшированные моллюски, вот, пожалуйста, 150. Моллюски, 120. Вот меди. Они похожи на эти, но не думаю, что это устрицы. Устрицы дорогие. Жареные креветки, пожалуйста. Вот. Жареные овощи с креветками. Вот 150, 200, 200 бат. Ну, пересчитайте 200 бат на 3. Ну, примерно 6,5-7 долларов. Пряные бобы. Крылатый тайский салат. Интересно. Пряная устрица. 150. Интересно. Смотрите, устрица меня заинтересовала. Люблю устрицы. Вот, смотрите. Пряный краб подкова. Это вот там на картинке было. Он там сказал, а вот 200-400 разная цена. Пряный тайский смешанный салат. 180. Тайский салат. Тайский. Стеклянные лапши. Хорошая вещь. Вот 180, вот 150, вот 150, вот 180. Острый салат с креветками, 180. Жареные креветки с чесноком, 250. Запеченные креветки с чесноком, 250. Креветки в арахисово-кокосовом капри. Карри. Ой, устал читать я уже. Делаю паузу. Так, ну давайте дальше. Все просто покажу. Потом сами остановите камеру, перелистаете. Не буду я все вам читать, перечитывать. Тут целая энциклопедия. Вот тут больше блюда из креветок. 150-200, пожалуйста. Килограмм 800 бат. Креветки. Острый лосось 250. Вот хорошее блюдо, лососик. Кто лососика любит? Вот сборное блюдо. И краб, тут и кальмары, и креветки, и мидии. О, вот классно, кальмарчики. 200, пожалуй, жареный яичный кальмар. Вот жареный кальмар 150. Хорошие цены. Сейчас пойдем кушать. Вот что такое. Вареная скумбрия с соусом. Скумбрия. Вот кальмар, пожалуйста, 200. Так, ну я вам покажу, наверное, еще раз буду больше листать, чем читать. Ну, хочется почитать вам, хочется. Оно такое все вкусное. Вот смотрите, жареная скумбрия с рыбным соусом, 200 бат. Тоже рыбка вкусная. Жареный поисян. Поисян. Вот жареная утренняя слава. Слава. Стручков накидали, это у них слава. Вот, пожалуйста, жареные пряные морепродукты. 150 бат всего лишь. О, тут рыбка пошла уже, смотрите. Хорошая рыбка у них тут. А, пивачка надо, отвлечься. За ваше здоровье, ребята. Приезжайте в Таиланд, наслаждайтесь этим воздухом, этим морем, этим солнцем. Все для вас. Жареный морской окунь 420. Ну, рыба, конечно, дороговата. На рынке, на базарах, где рыба от 150 есть. Даже 120 есть. Рыба целая, морская. Целиком зажаренная. Вот, смотрите, 420 морской окунь. Тоже 420, но это все окунь. Красная тилапия с рыбным соусом. Вот какая, типа дорады похоже. Ну, тоже 280. Тут все по 280. Тилапия с разными соусами, с разными приправами. Да, доли.
на пару с лимонным соусом. 150. Новозеландские мидии с маслом и чесноком. Кстати, вот у них сыра тут нет. Почему сыра нет, я не знаю. В магазинах сыра нет. Как-то они живут тут, я не знаю. Без сыра. Так, вот. Вот крабы, пожалуйста. Крабы. Цены нет. Ну вот 250. 250 крабы. Голубой краб. О, жареная свининка, кто любит, 150. Пряная свининка с лимоном, 150. Тут все свининка, 150. Курица с лемонграссом. Трава такая, лемонграсс. О, в сауне классно, когда лемонграссом поливают, такой запах свет. Самый лучший запах от лемонграсс, кстати. В сауну, я про сауну. Курица керри, 150. Жареная курица. Вообще, смотрите, 120 всего лишь. Недорого. Вот сливочный том-ям. 180 и 280. Интересно, девки пляшут. Смотрел блогера недавно одного, Рома Гайдук. Так он где-то тут том-ям купил за 200. Но я не вижу тут 200. Вот 160, вот 250. Вот 280, но он, наверное, в другом кафе брал. Рома, Рома, привет, если ты меня, может, когда-нибудь увидишь. Ну, посылом послужило твое видео, что я сюда приехал. Спасибо тебе, конечно. И мои подписчики тоже скажите Роме спасибо. Хороший у него канал, Рома. Зачем мне тарелки принес? Мне не нужны тарелки. Я ничего заказывать не буду пока. Сейчас придем все и закажем. Ну, смотрите, суп с рубленой свининой. Тоже хорошие супчики, смотрите. Прозрачный суп. Хорошее тут блюдо. Кушать сюда надо приезжать. Красивое, вкусно все. Роллы с начинкой, пожалуйста. Кто роллы любит? Совернутая свинина с сырной. Сыром, наверное. Сыром у них, кстати, я говорил, сыром. О, картофель фри, колбаски, пожалуйста. Завтрак. Ну, это кто в тех домиках ночует, они на завтрак сюда приходят. Ну. О, салатики, кто любит салатики. 100 бат салатик всего лишь. Ну, вообще бюджетно у них тут. Для такого пляжа шикарного, это, я считаю, цены дешевые. Цены дешевые. Алло. Later. Okay. Фамилия. Вис фамилия. А кам. Пиво. Так, посмотрите, вот. Пиво, напиточки. Пожалуйста, может, и манго, 60. Джюс. Смузи, вот, смузи тоже, смотрите. Ну, вот цены. Эспрессо есть даже. Ну, надеюсь, что я вам что-то показал, что-то рассказал, время выделил для этого. Сейчас попью пиво и дальше загорать. Привет, друзья. Ну вот уже около 2 часов и произошел отлив, и море стало более-менее мелким, нет вот этого быстрого ската в воду. Можно идти далеко, вот смотрите, по побережью люди далеко отошли, и там везде практически по грудь. Стало приятно купаться. Так что имейте в виду, после обеда, часиком где-то, можете спокойно заходить в море поглубже. Любители, кто боится глубины, девушки, женщины обычно, они боятся, когда сразу глубоко, и они плавают потом. Так это для вас, все для вас, видите, все для вас. Пойду сейчас куплю что-нибудь для обезьянок. Попробую их покормить опять. Это экшен, экшен, экшен. Все для вас. Зашел вот сюда. Они делают банана смузи. Ну, они все делают. Смузи. Возьмем для обезьян сейчас банановый смузи. Посмотрим, как они отреагируют. Вот она делает для меня смузи.
мороженое есть. Можете мороженое заказать любое. Вот я приготовил, я сказал, 40 бат. Сейчас он мне даст мой смузи для обезьянок. Капунка. Вкусный смузи. Пойду девочек угощу смузи. Нет, вообще. А потом пойду бананам, к обезьянам. Обезьянок угощу. Кайфово, когда солнце холодненькое, что-нибудь попить. Ну, мужики в основном пиво любят. Ну, это как мороженое. Смузи они со льдом делают его. Перемалывают лед, бананы. Кто что любит. Иду опять к обезьянкам. Не знаю, они, по-моему, попрятались все. Мы будем искать. Кто ищет, находит. Найдет, думаю. Кто ищет, найдет, говорят так. О, ребятки, жарко, реально жарко. Ну, я немножко уже подзагорел, считаю, черненький стал. Ба-ба-ба. Обезьяны. Я вам смузи несу. Обезьяны. Обезьяны. Вон одна пошла. Вон она одна. Красавица. Что-то там она нашла в пакете. Что-то там роется. Оп, на машину. Таможня. Таможня дала добро. Сейчас она что-то там найдет. Стырит. Что-то вон, смотрите. Какая она хозяйственная. Работяга. Видите, в Таиланде даже обезьянки работают. Не бойся, не бойся. Я тебя... не трону. Опаля. Пошла в другую машину. Там пороется сейчас. Опа. Опа. Опа, какая ты хитрая. Эй. Будешь на. Руки заняты мне. Пойду там где-нибудь присяду. Руки заняты. Смузи я же несу. Тут где-то жили. Может, ну, они живут-то везде, у них, я не знаю, где у них постоянное место жительства. Ну, прописано они здесь, по крайней мере. Где-то, может... О, на деревьях, смотрите, вон сидит. Амадрил, видите? Сидит, что-то там роет. Они тут все, походу, на деревьях. О, мелкие. Лазят. Ой, сколько тут мелкие. Их много, смотрите. А, убегают, боятся. Чего боитесь? Идите сюда, я вам что-нибудь дам. Иди сюда, на, будешь смузи? Смузи будешь, на, будешь смузи? Чего убежал? Гамадрил. О, главный идет. Ого, тут их много. Сейчас этот у меня смузи отберет. Да? Смузи будешь? На. Оп, сейчас пойдет. А, на. О, ну этот все. Раз этот идет, никому он не даст ничего тут. Это самый главный идет. Да? Папа, ты
Ты папа? Ты самый главный пришел? Да, папа? Что скажешь? Ох, там, смотрите, они дерутся там. Дерутся. Папа, на. Идем, папа. На, папа. Кушай. Любишь такое? Да? Еще хочешь? На. Молодец, папа. А пить будешь смузи? Смузи будешь пить? Смузи. Будешь? Смузи. Не хочешь? Смузи будешь пить? Что-то он не очень. Будешь пить? Нет, не хочешь? Ой, ты какой масенький. Он сидит, просит. Просит, ничего не дают ему. Папа пришел, все отобрал. На. На тебе. На, малявка, на. На. Не дают? Вон тому дам. А. О, они его боятся, смотрите. Все боятся его. А. Ой-ой-ой, как он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он его успел чем-то задрать. Покорябать. Ох, как он их шугает. Да, у них тут дисциплина. Пойдем сюда сядем. Пойдем сядем, может они ко мне подойдут, со мной побеседуют. Иди сюда, папа, иди сюда. Папа, иди сюда. Иди, папа, сюда. Иди сюда, папа, идем. Идем, папа, сюда. Ты самый главный. Извиняюсь, ничего не могу поделать. Ты самый главный. Вон они, смотрите, сидят. Папа, давай, прыгай сюда. Прыгай, давай. Прыгай сюда, вот. Смузи тебе будешь, смузи? Вот, кушай. Пить будешь? Ой, ой. Вкусно, смотри, да? Смузи любит он? Смузи. Банана, банана. Вкусно? Вкусно банан. Ай-яй-яй. Что, не можешь открыть? О, смотри. Все он может. Все захочет. Пьет. Смузи. Молодец. Видите, как надо? Люди, тренируйтесь у обезьян, как надо жить в трудной ситуации. Когда захочешь, скроешь все. О, смузи вытек. О, сейчас он его выпьет весь. Смузи, смотрите, как пьет. Сейчас, это кто там кидается? Ты что кидаешься? Что кидаешься там? Где смузи? Ну, вон, иди прыгай сюда. Сейчас он напьется, вам останется. Пока он занят. Пока он занят, да? Пока он занят. Пойдем, я вас покормлю. Пусть он занят там своим делом. Смузи у него. О, пьет. Иди сюда, на. Пока папка занят. Иди сюда. На, пойдем. Иди сюда, на. На тебе вкусное, пока папка занят. Папка занят, на. Быстрее, кушай. Кушай быстрее, он папка занят. Быстрее кушай. Пока папка занят, на. Давай быстрее, папка занят. Пойдем, эй, мелкий. Прыгай сюда, папка занят, на. Эй, вон, кушай. На, папка занят пока. Ой, как он ее дерет, за лапу укусил. Что же они такие злые, все. На, на. На, пока папка занят, иди сюда. На, пока папка занят, пойдем. На. Иди сюда. На тебе. Пойдем, на. Держи. Может, ты, гамадрил, не боишься? Пусть папка занят живым. Он пока занят, смотрите. Смузи лежит. На, иди сюда. На. На. Ну, не бойся, на. Че ты боишься? Кушай. На, иди сюда. На. Эй, братан. Братан, на. На, братишка, на. Не бойся, на, кушай.
братишка. На, братишка. На. Кушай, братишка, небось. Ты что, не надрессированный еще? Ну, не бояться, на. Кушать, на. Пока папка занят, смузи кушать, на. Быстрей. Смотрите, как он занят смузи своим. Смотрите. На, иди сюда. На, иди сюда. Боятся они. Боятся, на. Боятся. Они папку боятся сильно. Он маленький такой, на. На тебе, на. 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 Он маленький, он боится. Боится, он хочет и боится, на. На тебе тоже. На. Ну, не бойся, на. Ну, а что ты боишься? На. Папку боишься? Не бойся. О, ты папку боишься. На, иди сюда. На. Папка пока смузи пьет. Чего вы боитесь? О, видите, как он? У него самое главное выпить все смузи. Это же самое вкусное в жизни, что может быть. Да? Смузи будешь? На. Вон, кушай, закусывай, закусывай. Ой, смузи он никому не отдаст. Самое вкусное в жизни, что он ел, это смузи. Пойдем, пока папка ест. На, на тебе, на. На. Кушай, вон, кушай. Кушай быстрее, кушай. Чего ты в рот пихаешь? На, иди сюда. Бойся. Знаете, вон, кушайте тут пока быстрее, пока папка занят. Кушайте вон, пока папка занят. Папка занят, вон смузи. Нате, иди сюда. Идем, папка занят очень. Идите, идите, на. Но они с рук боятся сейчас, потому что папка рядом. С пола берут еще, а так. Сейчас они подойдут, с рук будут давать. На, на, бейте быстрее, пока папка. Папка кушает смузи, вон, видишь, папка раком стоит. За смузи готов раку. На, и шульгум. Нате, на, не бойся, на, кушай. Ну, тебе не дают, маленький, только не дают. На. Ох, он ему дерет его. Чего вы туда залезли? Эй, бабаи! О, папка все поел. Не, папка еще будет сейчас лизать. На. Ну, иди сюда. Иди, иди такой, на тебе, на, не бойся, на. Не бойся, папка кушает, на. На, быстрей, пока папка ест. Быстрей. Да не лови ты мух, на, быстрей. Пока папка занят, на. Идем, вот она, на, вкусная. На, вот она. Чего боишься? На, на, кушай, не бойся. На, иди сюда, на, папка, на. Ты папка уж, о, ой, смотри, как он быстро понял, что там вкусняшки. Ох, смотри, как они смузи все любят. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, на тебе. Ох, как он вкусный, смотри, смузи. Вот что им надо приносить, ребятки. Смузи они хотят. Ой, передерутся они сейчас. Ай-яй-яй, передерутся за этот смузи. Смузи это просто банан, немножко сахара не добавляют, воды, ну иногда молока. Так что, ребятки, смотрите, что можно им давать, если вы хотите получить их расположение. Они будут с вами, будут позировать вам охотно. Обалдеть вообще, кто мог подумать. Живая природа. Че, братан, на, иди сюда. Вот, смузи как раз полижешь, иди сюда. Остатки сладкие. Прыгай, прыгай, я хочу с тобой сфотографироваться. Братан, это братан. Или это кто? Ты девка, да? Еще хочешь? Иди сюда. Прыгай сюда, на. На, не бойся, не бойся. На, еще. Еще будешь? Еще, пойдем. На, еще, еще. Молодец, видите? Молодец, а ты маленький, смотрите, вон он сидит. Голодный. Он боится ее? Боится? Ну, что сделаешь, такая жизнь. А там вообще джунгли, посмотрите, джунгли. На, на. Кушай. Что это уже скажи? Свой пришел тут. Хочешь смузи? Вот, смузи будешь? Остатки, на. Кушай, кушай.
Ну что, где вы? Все попрятались куда-то. Алло, алло. Алло, алло. Пойду мелких покормлю. Мелких покормлю пойду. Мелких. Мелкие боятся из своих выходить трущоб. Маленькие, никто не дает им. Все обижают. На, на, на. На, кушайте, на. Не, они не спустятся, они. Одна их шугает. Боятся они. Кушайте, давай, прыгай сюда. Вон они, ну ты масенький, на, на тебе, на, кушай вот, на, кушай, кушай вот, кушай, на. Маленький, несчастненький. Кушай, кушай, на, самый голодный, вот самый наглый молодец. Кушай, кушай, кушай. Тут целая война у них. Вот эти штучки у меня остались. Слушай, они смузи. Этот большой пришел туда, сел прямо на, вот, на стул, опрокинул смузи, а он их всех шугал. И пока он занят был, они все вышли. Мелкие. Поснимайте сюда. Я снимаю? Да. Че? Куда? Тебя? Тебя просто? Ну, а это как это? Они что-то побаиваются с рук брать. Угу. Не знаю, он. Вот этот берет с рук, не боится. Этого я знаю. А мелкие боятся. Вон, смотри, он смузи. Ты ему сначала брось, он должен сначала поесть. Так он потом не знает, что ты. Видишь, что-то ты ему принесла. Он еще есть не будет. Не, он ест, грызет. Ну ты масенький такой. Голодный пришел, худенький. Видишь, он отбирает. Таможня. Они на дереве еще сидят? Да их много, они везде на деревьях тут сидят. Ты посмотри, вон там они выглядывают, все сидят за кустов. Как только большой подходит, они все уходят. Там вон там укинь. Вон там. Вот так? Да. Ой, ну нахуй, хочу я снимать. А, ё-моё. Шульдигу, шульдигу, извиняюсь. Ох, сколько там их на деревьях. Отобрал. У него уже полный рот. Но. Он все равно набирает. Да? Народ. Смотри. Вот ему мелкому как раз. Ну подходите, подходите. Че вы? Раздача идет. Подходите, не бойтесь. Вон к тому повернись, вон тот сидит, ждет. Вон. Вон вдвоем, видишь, они там. Ой, они маленькие. Ты большому дай, большой уйдет, будет какой? Грызть. Вот этот. Они за него боятся. Нет, ты брось, брось. Он будет грызть, а другие пока увидят, что он грызет, значит он занят. О! А, довольный! Ой, довольный! Ой, ой! Ой, дали ему вкусненькое. Довольный. На, иди сюда. Что боишься, на?
Они подойдут. О, жарко. Король. Она сладкая. Смузи. Он сосет ее. Братишка. На. Ух ты, как дерево растет, смотри. Вот так. И потом с земли. Что-то непонятно, как она раздвоилась. Смотри, какое дерево интересное. Она лианами, смотри, туда пошло наверх. И из земли два корня у нее. Смотри, корни прям. О, сколько там их прыгает он в джунглях. Тут, был, видать, вода была, она пересохла. Ну. И осторожно, в таких всегда змеи бывают. Подальше от этих бушей, мушей. Выходи отсюда. И на листья не наступай никогда. Все может быть. Я вам, люди, тоже говорю, что на листья не наступайте. Бывает, змеи там ночуют, прячутся. Пойдем сюда назад, где мы... Где что? Высадили, или? Вот тут высадили нас. Нет, там сзади же много было. Так они тут все. Они туда идут, когда людей привозят специально, они уже научены. Mm-hmm. Иди сюда, масенький. Иди сюда, масенький. На. На, масеньки, на тебе, на вкусненькую, на. Не бойся, на, не бойся, на. На, молодец. Какой ты смелый, молодец. Смелых, смелым всегда дается. Да? Вот так, покормим. Пойдем, масеньки, еще, на тебе. Ты уйди, ай, масеньки, иди сюда. Маляр, на, быстрее, пока его нет, на, быстрее, быстрее, на, быстрее, на, быстрее, кусай. Кусь, а ты, он тут съесть не может, поэтому у него рот занят. На, кусь быстрее. На, за щеку возьмешь. Че говорю? О, самый идет дядька, иди, на. Иди, дядька. На, иди сюда. Иди, дядька, на. Не бойся, на. Вот тебе вкусненькая, на. Дядька боится. Фу. А вон ты смотришь, гамадрил. На тебе. На. Пойдешь. На. Иди сюда, мальчик. Иди сюда, смелый какой, молодец. Молодец. Будешь настоящим предводителем, вырастешь. Че, все? Входить надо уже. Поснимали мы неплохо. С дочкой обезьянок. Вот такая тут площадка на военном пляже, недалеко от Паттайи, где-то примерно 30 километров, приехали на автобусе, и тут вот обезьяны. Если хотите с ними пообщаться, не боится, да? Вот, гамадрил, ты ничего не боишься? На, будешь. Не хочешь? На, будешь. Ой, к нему лучше не подходить. Когда он так настроен, это плохо. Но он начал показывать, что он недоволен. Трястись. Я ему хотел дать, а он не хочет. Вот когда он так трясется, показывает, что он агрессивный, то лучше к ним не подходить, они могут цапнуть. Беля, пойдем, он агрессивный, не надо с ним связываться. Что-то ему не нравится, что мы тут долго уже. Пошли. Обезьяны, они очень непредсказуемые. Они могут с вами хороводы водить несколько часов, а потом могут агрессию показать и могут напасть. Беля, пошли, я тебе говорю. Не надо с ним связываться. Они агрессивные, видишь, почему-то. Вон тот особенно в кустах. Вон, смотри, этот вытащил с машины, поворовал все. С кузова достал. Да и надо ему это, наверное. Шеф, биг босс. Биг босс. Вон они хозяйничают.
залез туда, пошарил, там что ему надо, вытащил все на улицу, бросил. Он говорит, это я тут хозяин, а ты вообще ни при чем. Опа-ля, о-хо-хо, он там что-то еду нашел, все утащил, смотри. Еду нашел в коробке, утащил, смотри. Обалдеть, покидал, смотри, все. Вот это да. Ха, курицу нашел, вытащил все. Кто же это так все оставил? Туристы, наверное. Да, туристы, если приезжаете, смотрите, не оставляйте, смотри, что он понатворил. Он все понапроскидал, тут еда была, вон, специи и прочее, прочее. Потом залез в машину, смотрите, он вытащил все, курицу вытащил, ложки, вилки, все перекидал, он же кроссовки может утащить. Они тут смотрят, что туристы веслоухие, заходят, приезжают, все бросают и пользуются этим. Габи, что, пойдем уже? Хватит. Пошли. А? Нет, поближе. Иди на здесь. А то они думают, что нападет. Нет. Иди сюда. Эй! Сюда. На. 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 Иди сюда. На. Слышишь? На. На. Че, все, пойдем, наверное, хватит. Он тут малявочка идет. А видишь, он их шугает. Побежал этот, все. Они боятся. У них тут иерархия. Кто сильнее, у кого яйца больше, тот главный. Да, видео не знаю, как я его смонтирую, получится ли все туда засунуть. Как-то отрывками, может, покажу. На, иди сюда, на. На, не бойся, на. На, кушай. Кушай, эй. Веслоухий. На, кушай, на. Не бойся, кушай. Все, хватит, Беля, пошли. Беля, уходим. Катамаранчик к нам приплыл. Большой он. С парусом. Не знаю, что они там делают, но там столько много народа у них. Порядка 20 человек я насчитал. Ну, конечно, это для путешествия они. Видать, небольшое путешествие на катамаране. Вот у них катер, он привозит туда людей. Бубик, или как его называют? Бубик. Вот сейчас он его поднимает на кране. Бубик этот. Все люди собрались, и они сейчас дальше поплывут. Или пойдут, как правильно для моряков. Большой катамаран. Неплохой, красивый. Но у нас загораем, подходит время уже к трем. Все еще солнце. Вон, посмотрите на скалах, какой был отлив. Вот эта мокрая полоса, это такой высоты была вода. Ушла она, не знаю, отсюда кажется, что метра на 2-3 как минимум она ушла. А вон, по человеку смотрю, вон рядом люди ходят. 2 метра ушла вода, отлив. И вот по берегу видно, что она ушла. Ляпота! Приезжайте загорать, отдыхать, наслаждаться этим чистым морем, этим белоснежным песком, нырять, плавать. Отдыхайте, просто отдыхайте. Не упускайте эту возможность. Используйте. Или, по крайней мере, планируйте. Не опускайте руки. Все получится у вас. Все получится. Всем добра и удачи.